у меня умерло две собаки. Бабушка Галя и любимый город Мариуполь. Маленький мариупольчанин стал известным на весь мир. Это видео увидели миллионы. Ну, пожалуйста, ну давай выйдем из подвала. Я тебя очень прошу. Аделина из Гостомеля стала символом страданий всех детей Украины. Надо была помощь срочно. Пришлось мне сесть за руль на собственное, мне ноги. Чтобы был мир на земле. Это желание ежедневно загадывают миллионы украинских детей. Я правда не хотел плакать, но оно само плакалось, сами слезы лились. «Истории войны» в субботу и воскресенье в 16:30 по киевскому времени. Проект «Freedom».